Независимо ни от чего, в рабочий мой день или нет, я все равно заканчиваю уроком. Это может быть дополнительный лист или просто школьные приметы. Далее я проверяю мои соцсети, то есть ВКонтакте, и иду покушать. Потом принимаю ванну, ну или душ. Все зависит от какой этот день. Если я принимаю душ, то я не использую эльф. А если я принимаю, то я использую эльф. Дальше, после принятия душа, я начинаю чистить зубы и полоскать потом лесным бальзамом. После этого я пользуюсь вот этим самым моим любимым скрабом, мазываю лицо и перед сном замазываю вот этим средством от Oriflame. Далее я иду по комнату и выключаю Reebok. Конечно же, кормлю или пою хомяков, они у меня в разных клетках, потому что они дерутся. Потом я переодеваюсь и сушу волосы феном, если я их, конечно же, помыла. Далее монтирую для вас видео, ну или же снимаю. Потом снимаю линзу, это моя жизнь. Далее опять захожу в соцсеть, только это уже YouTube. Но я не могу без нее жить. Далее я ложусь в мою любимую кроватку с моей любимой постелькой и пытаюсь заснуть. Иногда у меня это просто не получается, я лежу в разных местах. Далее я опять сижу в соцсетях, пока не засну, и именно сначала ВКонтакте, но потом уже в Ютубе. Ну и, конечно же, проверяю просмотры, лайки, подписки и комментарии. Ой, простите, волосами в камеру полезно. Далее я сижу, опять же, ВКонтакте, лажу в новостях. Далее я открываю форточку, мои глаза закрываются, я становлюсь сонной, но при этом включаю телевизор и пытаюсь найти что-нибудь нормальное. Если мне что-нибудь нормального не попадается, то я выключаю телевизор и пытаюсь заснуть. В этот раз я ничего нормального не нашла, так что мне придется его выключить. Дальше я ложусь спать, и всем спасибо за просмотр этого бреда.